Ребят, а перед началом этого ролика я попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк. Также я в ролике сказала, что я буду выпускать ролики к... Ну, в 2 часа буду стараться, я ошиблась, извините, я буду стараться в 4 выпускать. Хоть этот ролик уже выходит не в 4 часа, извините, правда не хотела, вот. В 4 часа, скорее всего, будут ролики... Вот, потому что я точно не знаю, у меня не выходит точный график, потому что у меня учеба, то дела какие-то еще, тыры-пыры, траливали, монтаж. Вот, еще сейчас пытаюсь под Новый год, у меня все тут стоит, все разное, еще там немножко болею, так сказать, да. Вот, так что всем спасибо за минутку, уделенную мне, всем спасибо и давайте начинать. И всем привет, народ, с вами я, Кофеёк, и сегодня мы продолжаем наше выживание с рандомным дропом. Да, какое-то приветствие новое, я экспериментирую. Вот, в прошлой серии я уже не помню, что мы делали, но судя по тому, что я в пещере, мы что-то делали. Вот, надо отсюда каким-то образом выбраться, но блоков у меня как бы нету. Так что давайте, может, в шахте покопаем, попробуем в шахту зайти, я не знаю. А, в принципе, можно вот так выбраться, просто накопать камня и все. Только, блин, посмотрите, как быстро тратится кирка. Ну что это такое, а? Что и это такое? Давайте повыкопаем, чтобы побольше блоков у нас было. Да, вот так прям сразу. А, все, у нас кончилась кирка. Так, нам надо выбраться о железо. Я так и не поняла, что нам из железа выпадает. Так что давайте сейчас проверим. Может, вообще ничего из него не выпадает. Так. Где наши кирки? Вот наши кирочки. Так. Так, стоп. Ну, дай скопать. Или железо не добывает. Чё-то я не понимаю. Так, короче, давайте выберемся просто и все. И все, просто выберемся. Так, лишние блоки не тратим. Сейчас будет паркур. Хуа! Все. Вот так вот надо уметь. Вот. Сразу говорю, я буду стараться выпускать ролики в 2 часа дня. Чтобы не как обычно, я выпускаю их, ну, хрен знает к какому времени. Да? Да. Правильно? Правильно. Просто вы меня поймите, у меня учеба, работа... Какая работа нахрен? Работа на YouTube, между прочим. Так, давайте поедим и пойдем куда-нибудь. Давайте вот сюда вот. Я просто чисто, я не знаю, что нам нужно для прохождения Майнкрафта. Нам по-хорошему надо найти блейзовые палочки. Ну или, по крайней мере, нам нужно найти пещеру, где будет ну, вода, лава, построить Незер, ват. Ну, короче, вот это все. То, что как обычно. Да-да. Правильно, правильно. Так, я вижу паука, мы сейчас его зарубим. Я, кстати, поняла, откуда этот серый краситель нам выпал. Он выпадает из пауков, из паучьего глаза, ну, походу. Так, и нам надо, то есть, освободить инвентарь, чтобы поубивать паучков. Да, кто любит паучков, извините, мне нужно их прибить. Ребят, я, походу, нашла еще один данж. Тихо. Смотрите, я нашла какой-то данж. Ой, ма, здравствуйте. А, здравствуйте, я из компании... Я Павел из компании Reflame, здравствуйте. Так, это мы ломаем, все. И забираем... О, зачаренное яблочко. Так, хлебушек, плоть, вот эта хрень, порох. О, кстати, из пороха надо проверить, что выпадает. Так, седло из седла. Но седло мне не нужно, тоже проверим, что выпадает из него. Так, здесь у нас что? Здесь у нас тоже что много? О, уголь, уголь, уголь. А где наш весь уголь? Или это я в прошлой серии, или это я в прошлой серии угли где-то просрала. Я что-то уже ничего не помню. Как-то у меня память стала как-то хреновой памятью у меня на самом деле. Так, здесь больше ничего нету? Нету. Все, погнали, отсюда выходим. Так, ребят, давайте посмотрим, что у нас все-таки выпало вот из... Вот... Да, блин, дай мне забраться. Так, смотрите, первый наш кандидат. Так, первый наш кандидат это паутина. Что нам выпадает из паутины? А... Логично, нам ничего не выпадет, если я вот так вот сделаю. Так, давайте вот это все у нас уберем. Так, вот из этого что выпадает? Это мы знаем, что выпадает. Так, это, видимо, стекло. Нам выпало желтый коврик. Это лопата алмазная. Хорошая, кстати, вещь. Хорошая, кстати, вещь. Можно копать. Только, ну, нам особо это не надо. Так что, о, кстати, вот это же другой как бы блок, да? Да, да. Смотрите, сейчас мы вот так поделаем. Вдруг что-то годное из этого выпадает. Здравствуйте, я вас не ждал, как бы.
стоп, а почему у нас столько много вот этих штук, извините меня? А, потому что я только что землю подобрала. Угу, спасибо. Так, вот, копаем. Чё, а, ну, то же самое дается, так что ничего интересного нету. Да хватит меня стрелять. А, паук, привет. Ты мне как раз-таки нужен. Так, мне нужен здесь серый краситель. Вот ты ж собака сраная. Так, вот это, вот это, вот это. Лопата, из лопаты воронка, из воронки. А это на что? Это на скорость. На скорость больше ничего не упадает. Обидно. Так, ну давайте лопату себе оставим. Ну, на всякий случай, знаете, пригодится вот это. О, березовый блок. Ничего тоже. Так, давайте проверим из пороха. Из пороха мы еще не проверяли вроде. А, компостится. Ну, из компостницы я уже все знаю. Ну, давайте, нам не нужен вот этот, в принципе, порох. Ну, логично. И поводок, поводок. Из поводка саженец. Ай, ё-моё, я испугалась. Так. Иди отсюда. Так, я хочу еще цветочек попробовать сломать. Что нам? О, фиш. Я буду ловить рыбу в земле. Нет, ты что, я не тупая. Нет. Так, мне уже не нравится то, что там ко мне зомби идет. Так, до свидания, зомби. Почему вообще не горите, а? Не понял. У меня есть к вам претензия. Я могу к вам притянуть? Я видела в ПВ, как в ПВП как-то притягивают. Да, я не умею ПВПшиться, ну, по мне видно, да? Так, о, смотрите, а я его поймала. У меня есть теперь зомби на этой. У меня есть зомби на удочке, пойдем за мной, зомби. Зомби, ты идешь со мной. И никаких но. Он не идет за мной. Иди сюда. О, нифига себе. Нету и сена, вот и сена. Ух ты, коралловый блок. Вас прет на командные блоки, а я могу ставить? Блин, я не могу ставить блоки эти. Не в креативе. Кровать серый, серый кровать это, кожаная броня, листочек, стрела. И стрелы, как обычно, ничего не упадает. Вот из конной брони что-нибудь опять выпадает. Еще какая-то хрень. О, наутилусная хрень. Лодка. О, назаритовая штука. И стрелы, опять же, ничего. Так, и уголь нам пригодится, я его не буду рисковать выкидывать. О, во, золото. Из золота ничего не падает, вы прикалываетесь. Так, а из костей что нам падает? Из костей нам падает пирог. Пирог, чё? Так, о, медик. Так, зачем я его ставила? Мне ломать нечем, алё. А, нет, есть чем. Так, ломаем. И шо? Сено. Трындец. Давайте здесь поспим тогда. Ну вот, респаун поинт сет, всё. Ребят, смотрите, ой, как же не зря, что я пошла каким-то закоулочками. Там есть заброшенная пещера, я вижу, так. Ну что, прыжок веры или не стоит? Не, если что, у меня близко здесь спаунпоинт стоит, так что... Полетели! У-у-у, я приземлилась, класс. Ой, сколько здесь всего можно надыбать-то, ребята, все, мы богаты. Так, а что, нам ничего не выпало? А почему нам ничего не выпало? И типа ничего не упадает, что ли? Или так не запрограммировали? Или просто я ломаю киркой, и поэтому ничего не упадает? Я просто не понимаю, реально. Чего-то из железа ничего не упадает. Ничего ниоткуда не упадает. Почему так происходит? Хрен его знает. Потому что вот отсюда выпадают нам эти люки. Мне надо прокопаться. Спасибо, что вы мне даете хотя бы прокопаться. Так. Вот. Так, тихо. Оружие всегда при себе должно быть, между прочим. Да, кто не знал. Так, вот сюда идем, вот сюда, и надо мной ничего нету, в принципе, можно и простроиться. Так, во, я вижу рельсы, что-то я как-то много потратила. Так, давайте вот это все выкинем, потому что это... А, я забыла, что это так работает! Какая же я дурочка, я просто дурочка, я не знаю, как я себя еще могу назвать. Просто если не вот таким вот человеком. Я сделал факела, потому что без факелов я не хочу никуда ходить. И мне интересно, что из факелов выпадает. Ну, съел шаркелбокс. Шар. О, фиолетовая кровать. Так, стоп. А, у меня прошел эффект. Так, давайте рельсы сломаем. Может, их только киркой надо ломать? Хоба, смотри, что я нашла. Так, тихо. Да, можно мне уже пройти? Нифига себе, тут прикольно. Смотрите, какая ровная поверхность у золота. Я вижу золото. Блин. Совсем уже рехнулась умом. Так, давайте здесь кровать поставим. Вот здесь будем возрождаться. Прямо около лавы. Угу, я очень умный человек. Тихо. Так, надо прокопаться. Ля-ля-ля-ля-ля. Так,
Нифига себе, здесь пещеры заброшенные. Огромные просто, вон, шахты. Ух ты! Интересно, я хочу вот слаймы-блоки найти и воспользоваться лайфхаком одним. Но реально, мне очень хочется это сделать опять же. Ребят, сорян, я не сдержалась, я себе выдала из креатива. Сорян, я себе ничего еще из креатива не выдавала в этом выживании, так что не парьтесь, все честно, я просто их выкину, я только для одного лайфхака сделаю, и все, ну, чтобы позырить. Ну, потому что я хочу это позырить, это реально очень красиво. И, может, кто не знал про этот лайфхак, тихо, да. О, спасибо. Так, он, возможно, сейчас загорится, этот блок, что, скорее всего, и произойдет. Так, оба, все, сюда. И теперь вот так на дно ставим блоки. А что они не ставят? Стоп. Не понял юмора. Так, а ну-ста, почему меня коснуло? А почему меня коцает-то? Типа я до лавы прикасаюсь, но я не горю. Как это работает, извините меня? О, смотрите, во-во, смотрите, как я могу смотреть. Так тоже, кстати, работает, если сверху строится, сверху озеро, смотрите, тоже работает. Посмотрите, как реально прикольно! Видите, я вот так сделала, посмотрите, как это прикольно выглядит, понимаете, как будто лавы просто нету, как будто ее просто не существует. Уед! Тихо! Ё-моё! Смотрите, если я вот так буду держать, я ногтем это чисто держу. Мы можем посмотреть, что и под обсидианом, смотрите, вот просто, это реально прикольно. Я это даже не более, чтобы алмазы, типа, найти или что-то типа того. Мне как бы алмазы здесь особо не нужны, потому что, что из них? Из них вряд ли выпадают алмазы. Вот. Так что давайте просто позырим, потому что это красиво выглядит. Я когда одну сложность снимала, я ее в итоге не отсняла, знаете почему? Потому что она не записалась, меня так бомбануло, что я решила, все, я не буду записывать эту хрень. Поэтому я и не записала, потому что реально бомбануло. Кстати, смотрите, там под лавой есть проход, прикиньте. Под лавой есть проход, я это вижу. Так, так, да, дайте мне выбраться, алло. Так, все. Да, блин, мне не дают, ребят, мне не дают выбраться. Мне выбраться не дают, алло. Так, стоп. Так, оп. Тихо, нет. Нет. А почему я, кстати, не горю в походу, потому что на мне вот эта вот штука, потому что она не горит обычно в лаве. Давайте проверим это. У меня здесь спаунпоинт, и сохранение инвентаря у меня стоит. Смотрите, да, я не горю, потому что у меня эта штука на мне, смотрите, реально не горю, вот. Я как бы получаю урон, но я не горю. Давайте уже добьемся, ничего страшного не будет в этом. Так. Вот, конфика, try to swim in lava. А знаете, почему конфика? Потому что когда я регистрировала свою учетную запись, конфи уже было занято. Кем, я не знаю. Вот, давайте это посмотрим, что чисто из этого выпадает, ну, ради прикола. Из этого выпадает... Да я даже не понимаю, что из этого выпало. Так, давайте еще раз... Еще раз не получится, потому что... мы просто сделаем чисто... Чисто выкинем, вот. И что прибавится нам? И нам ничего не прибавилось. Или нам хлеб прибавился, стоп. Во, оранжевый. Вот эта штука оранжевая. А что нам из оранжевой штуки выпадает? Вот такая штука выпадает. Так, это уже интересней. Так, давайте позырим вот из этой штуки, из этой, из вот этой, из вот этой. О, эта штука очень прикольная. Ребят, я тут вспомнила, что из одного блока, не помню с какого, выпадают нам эти оки эндера. А нам же надо попасть в край, и получается, в ад нам не обязательно идти, да? Да. Поэтому нам просто надо найти этот блок, и все. Почему я так тупанула? Из этого блока еще выпадают назаритовые штаны. Из какого блока нам выпадают назаритовые штаны? Правильно, я не помню. Так, надо просто сейчас найти этот блок. Получается все просто. Так, у меня есть еще блоки? Да, у меня есть еще блоки. Так, быстренько выстраиваемся, потому что понимаю, я просто потратила блоки. Все. Так, я просто потратила блоки ни на что. Блин, блоки это сейчас самое, что можно найти просто нужное. Все, я выбралась, но я немножко использовала вот этих вот блоков. Слаймов, там штучки 3-4 буквально, и сорян за это. Ну, у меня реально не было блоков, чтобы выбраться.
А кирку, вы знаете, сами не надо тратить. Так я тихо, я быстро мелькаю мимо скелета. Я помню, это то ли... Нет, это точно не из земли было. Это было либо из песка, либо из гравия нам выпадало. Так что давайте позырим. Может, реально нам что-то это и даст. Так, песок. Из песка, я знаю, тортик выпадает. Да, из песка нам тортик вроде выпадает. Где вот тортики? Так, а из тортика вроде нам ничего не выпадает. А, нет! Паук, пошел отсюда, пожалуйста! Помогите, за мной паук охотится ядовитый. Так, ой, блин, все-таки рванул меня собака. Так, нет, это не из тортика. А может из тортика, вот, нам вот это выпадает, потом книжка, и из книжки ничего не выпадает, обидно. Так, а что нам еще? Еще надо гравий проверить. Мне нужен срочно гравий. Во-во, я вижу гравий, я вижу его. Так, вот, быстренько доплываем. Так, давайте, что нам из гравия выпадает? Нет, это походу не отсюда, нет. Блин, хватит меня пугать, черепаха. Так. Ну, я больше, у меня нет вариантов, откуда он падает, если честно, потому что я помню, из чего-то сыпучего явно падает. А вот из чего, тихо, не смотрим туда. Так, око эндера, из чего нам падает? У меня еще есть предположение, что из гранита что-то мне это подсказывает, но это не точно. Так, давайте сломаем гранит. Так, мне кажется, меня кто-то ударил. Так, вот, серая шерсть и серые штаны, кровать. Нет, тоже нет. Откуда-то я помню... Ай! Блин, отплываем. Так, ребят, давайте закончим на этом серию, потому что очень уже много запись выходит. С каждым разом у меня все дольше и дольше она выходит. Вот. И дольше я монтирую. Так что всем удачи, всем пока. Я буду бежать, пожалуй. Так, я, пожалуй, буду бежать. От вон сзади за мной охотится. Так что всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Пока-пока!